зовут Стас, мне 13 лет. Я занимаюсь танцами и больше всего с душой отношусь я к лезгинке. Кавказский мужской танец, который выражает прям абсолютно все эмоции, даже если ты будешь злой или радостный, и вот эти все твои движения, они выплескивают эту радость из тебя в окружающий мир. Это вместо тысячи психологов я выхожу, все свои эмоции выражаю и опять еду домой. Я занимаюсь танцами с 5 лет. Самое трудное это было, когда мне ставили характер. Меня как-то сделали более жестче. Я как-то уже был более самостоятельнее в 7 лет. Когда мама сказала мне, я тебя записала в конкурс, я как-то не придала значения. Когда меня выбрали, я тоже не придала значения. Когда мама рассказала все подробности, то, что со всего Казахстана собирают среди вот этих 2500, выбрали несколько человек, я обрадовался. Фестиваль творческой молодежи Казахстана «Дети в ритме мира». Конкурс молодых исполнителей, вокалистов, хореографов и музыкантов в возрасте от 12 до 17 лет. В течение полугода участники подают заявки, их отбирают со всего Казахстана, а финалисты приезжают на профессиональные мастер-классы в Алматы. Было очень классно неделю жить в отеле, репетировать, саморазвиваться и общаться с другими людьми. Для меня участие в конкурсах – это как главное саморазвитие. Я узнаю новых людей, учусь чему-то новому. Я думаю о других людях, как они себя чувствуют в разных там ситуациях. Допустим, те, кто рисует, они выражают свои чувства своими рисунками. Те, кто поет, они выражают все через голос. Нету в конкурсах, в танцах, вот это между кем-то вот этих соревнований. Я как-то не стараюсь быть лучше. Люди все одинаковые. Я стараюсь не быть против кого-то. Наоборот, чтобы все были вместе и как заодно. Главное не выигрыш, а главное участие. Потому что то, что ты делаешь голосом, оно все туда. Но когда ты открываешь глаза, ты докармливаешь. И вот этот момент... Всем привет. Меня зовут Венера Рахишева. Я являюсь тренером по вокалу Федерации ЮНЕСКО в Казахстане. Мой предмет называется, я его так назвала, вокальная психология, потому что мое глубокое убеждение, профессиональное и человеческое, что звук, голос – это матрица. Как человек звучит, так человек живет. Проблема – люди иногда не могут тянуть звук, не могут слышать собственный голос. Вот когда человек не может слышать собственный голос, он не может понимать себя, мир ощущать. И когда это формируется при занятиях, это так красиво. Когда человек понимает, что он может, и это красиво, принимает свой голос, начинает его слышать, узнает его, знакомится с ним, начинает им управлять. Это процесс, который я обожаю. Это твои глаза. Участники фестиваля проходят многочасовые мастер-классы и репетиции с участием наставников звезд казахстанской эстрады. Также их ждут уроки по культуре мира, толерантности и глобальной гражданственности. Но и на экскурсию еще успевают съездить. В финале их ждет грандиозный концерт в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Именно поэтому они так старательно готовятся. Ведь даже не каждый взрослый артист имеет возможность выступить с большим оркестром. Если этот навык приобретен, навык звуковедения, пения, ощущение ритма, дыхания, это возможности. Это открытые двери. И даже если случается какая-то неудача в жизни, человек, который поет, он справляется. У него есть навык. Навык из любой ситуации выносить гармоничность, силы внутренние, духовную силу дает пение. Меня зовут Ирина Раковских. Уже 2 года я являюсь волонтером Федерации клубов ЮНЕСКО. Я училась на факультете международных отношений, и мой руководитель отправил меня на практику именно вот в Федерацию клубов ЮНЕСКО. И когда я пришла, получилось, что я попала прямо вот на сам проект. Изначально у меня было просто вот желание закончить практику и начать свое лето после учебного года. Но потом, когда
началась работа именно вот по подготовке, сам процесс работы, он втягивает в себя очень сильно. Потому что работа с детьми — это каждый день, это что-то интересное, это что-то новое, что-то необычное. То во время концерта они шапку потеряют там для выступления, и ты просто вот за 5 минут бегаешь ее везде, ищешь по всем залам, чтобы режиссер ничего не заметил. Также аппаратура может подвести, и то есть нужно прям в экстремальных условиях находить решение этой проблемы, чтобы дети спокойно выходили на сцену, чтобы зритель думал, что все так и задумано, так и должно быть. Волонтеры — это студенты, которые помогают участникам и организаторам проектов. Каждый волонтер выбирает направление, которое ему близко по интересам. Например, хореографическую, научную или номинацию по изобразительному искусству. И вместе с участниками проходят все этапы обучения и подготовки к итоговым выступлениям, поддерживая их и помогая провести проект как можно лучше. Вот этот концерт, он для детей очень важен. И именно поэтому все вот, которые внешние факторы есть во время этого концерта, они должны быть в идеальном состоянии, чтобы вот детям ничего не мешало выйти и сыграть, спеть, танцевать. Для меня понятие волонтер — это когда ты проверяешь свои силы. Дейв, вот ты ставишь для себя задачу, и ты должен выполнить эту задачу. Как бы ты ни устал, что бы ни происходило, но ты должен это сделать. Уже выходя с этих проектов, ты знаешь границу своим силам. Еще один огромный плюс быть волонтером на этих проектах — это то, что не только ты детям отдаешь свой опыт какой-то, но и от них ты получаешь. То есть вот эта детская непосредственность, которая у них есть, она и в тебе начинает пробуждаться. Обмануть детей невозможно. И то есть если они тебе благодарны за что-то, значит, ты действительно постарался. Друзья, гости, семья ЮНЕСКО, как мы ее называем. Меня зовут Блата Чулаков, я являюсь руководителем Казахстанской национальной федерации Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО – это часть всемирного движения клубов ЮНЕСКО. Федерация клубов проводит крупные молодежные программы на стыке трех основных направлений – творческое образование, культурное наследие и устойчивое развитие. Зарождение клубного движения началось в Японии после завершения Второй мировой войны. Все вы прекрасно знаете, что это была самая кровавая, тяжелая война в истории человечества. После войны было очень много, скажем, вопросов, связанных с подведением итогов, результатов, что привело, значит, осуждение и так далее. И в то время в Японии в 1947 году было принято решение начать так называемое клубное движение, которое сейчас называется клубным движением под эгидой ЮНЕСКО, потому что у Японии стояла, наверное, такая большая задача приложить максимум усилий для того, чтобы воспитать новое молодое поколение уже в новом духе, то есть мира, добра, добрососедства, толерантности. Это движение, оно зародилось в Японии, но оно нашло отклики и в других странах со временем. И Казахстан, конечно, обретя независимость, решил присоединиться к этому движению. Основная роль, которую мы видим у тебя в федерации, это, значит, добрососедство, мир, толерантность. Причем толерантность друг другу означает толерантность между культурами и странами. Это достигается в первую очередь путем познания и взаимообогащения через культурное наследие. Дать дополнительное воспитание подрастающему поколению через различные направления культуры, спорта, которые позволят детям, значит, правильно воспринять и осознать, что из себя представляет толерантность или идея мира, что такое. Мир, который не ограничивается одним поселком, одним городом, одной страной. Мы пытаемся максимально детям дать такие вещи. Будущее начинается сегодня. Мы такой девиз себе выбрали. Сегодня это дети, а завтра это будущее. Федерация клубов ЮНЕСКО в Казахстане существует уже 10 лет, с 2009 года. За это время сделано очень много хороших и полезных дел. Это более 30 международных фестивалей, конкурсов и конференций для детей и взрослых из разных стран. А в 2016 году произошло очень важное событие. Руководитель Казахстанской Федерации был избран президентом всей Азиатско-Тихоокеанской Федерации клубов и ассоциации ЮНЕСКО. В нее входят такие страны, как Япония, Китай, Корея и много-много других стран нашей части мира. Мен Қарағандыдан бүкіл Қазақстанға сәлем айтамын. Менің атым Әнжу. Мен өскенде суретші болғым келеді.
Моя учительница сказала, что можно нарисовать 5 дней из моих жизней, поехать в Алмату за своими призами. И я очень удивилась и начала рисовать. Я нарисовала, как я прыгала на батутах. Есть же такие батуты, которые надо держаться за трос? Один конец этого троса развязался почему-то. Потом, где был наурыз, и мы с мамой, с папой, с моим братом танцевали на улице. И еще один, когда моего двоюродного братика мама качала на бисек. Осы үш бөлікті өзінің өмірімнен алдым, екені олар менің өмірімдегі ең ғажайып сәттер болды. Мне понравилось из-за того, что я первый раз поехала в Алмату. Это конкурс художественных работ для детей в возрасте от 6 до 12 лет, живущих в странах Азии. Для участия в фестивале дети рисуют серию рисунков «Дневник своих дней. Это моя жизнь». Лучшие работы отправляются в Японию, где определяются победители. Обладатель гран-при едет в один из городов Японии, чтобы поучаствовать в мастер-классах, интересной культурной программе и, конечно, церемонии награждения. Мне нравится рисовать, потому что у нас возрождаются идеи, и у нас фантазия становится лучше. Здравствуйте, я Горбунова Елена Владимировна, мама Горбунова Ильи. Илья проучился 5 лет, и мы не знали, что вообще есть какие-то конкурсы, куда можно подавать. Когда пришел к Илье новый педагог Нелли Газизовна Ханова, она нас мотивировала, чтобы мы записали выступление Илья, но делала, подавала все она сама. Благодаря вот ее такой вот настойчивости Илья первый раз попал на вторую Академию творчества. Ежегодная Академия творчества клубов ЮНЕСКО Казахстана проводится только для членов Федерации. Среди них проходит онлайн-конкурс по 6 номинациям. Вокальное, инструментальное, хореографическое, художественное, ораторское искусство и коммуникативные навыки и научно-проектная деятельность. Победители в каждой номинации приезжают в Алматы или столицу страны на образовательную программу. И это лишь один из множества больших проектов, проводимых Федерацией клубов ЮНЕСКО в Казахстане. Когда он первый раз вот после Академии творчества приехал настолько воодушевлен. Он был, наверное, готов работать сутками, вот сидеть за фортепиано, играть. Просто я вспоминаю, когда мы с ним, вот он обсуждал это, рассказывал, и сколько радости за сына, который вот в таком возрасте, ну, очень был счастлив тем, что он попал в эту среду. Говорят, что нынешнее поколение вот такое, они только в компьютерах. Меня, например, радует, что у нас есть дети, которые не только чем-то ограничены, потому что эта академия, она очень расширяет границы ребенка, его познание, он очень много общается, коммуникативные навыки его очень расширились. То есть если он раньше был немножко такой замкнутый на себе и общался только тогда, когда уже, ну, знакомиться ближе с человеком, и тогда он уже раскрывался. А сейчас вот он более свободным, что ли, стал. Проекты Федерации клубов ЮНЕСКО – это всегда какое-то вдохновение, вот эти проекты. Для Казахстана в целом это то, что рождаются новые таланты, и их замечают, и их видят. Ребенок может быть с какого-то отдаленного региона, но при этом он безумно талантлив. И для него вот этот проект — это возможность показать себя в первую очередь. У нас была девочка из Чимкента, Акмарал. Ей тогда было 16 лет. Она прислала видео свое, как она поет песню. Причем она пела на английском языке. Она не владела английским, она просто, ну, как мы музыканты говорим, снимала на ухо то, что она слышит. Она осмелилась, спела это на камеру и выслала. Сәлем, мен есімім Мамай Ақмарал, мен Түркістан облысы Сарағаш ауданында дүниеге келдім. Жасым 20-да. Ән айту деген өмірімнің бір, қалай айтсам болады,
бәні деп ойлайым. Өзіме кішкентай кезімнен бастап ән айтқан қатты ұнайтын. Кез келген концерт дейсін, конкурс дейсін, мектептен жүреді. Бүкіл мен қалмай қатысатынмын. Осы өнер жолында жаңағы ең алғашқы конкурсқа қатысып бастаған кезде менің анам кішкене сенбейтін талант бар деп мүмкін ойламаған шығар. Уақыт өте менің даусым дамып келді. Сол кезде кішкене оланды. Көбінесе конкурстарға қатыссайш, музыка пәніндегі мұғалімнің артынан қалма, енді дайындал деп. Бірақ қалаға жібергісі келмеді. Мен айттым, өзімнің кәмелет жасқа келген кезде осы Алматыға негізі келемін. Осы өнер жолын бастаймын деп алдын ала айтып қойғанмын. Она к тому времени только-только поступила в ветеринарный колледж. Ну просто в этом регионе, возможно, другой возможности не было, а возможности далеко уехать у нее тоже не было. Но она любила петь, она пришла и поучаствовала в отборочном конкурсе. Она потом стала победителем конкурса, значит, и после того, как она победила, мы видели, что она человек творческий абсолютно. И для нее, наверное, ближе там вокал, нежели она была бы, допустим, каким-то посредственным ветеринаром. Хотя это очень хорошая работа, и все профессии нужны. Но человек должен заниматься любой своей профессией с любовью. Мы просто увидели, что это как вот порода алмаз. Это же порода, это же просто вот из горы выковывают. Потом специалисты смотрят и понимают, а это ценно, а это бриллиант. Ну и, конечно, мы забили во все колокола. Мы помогли, переговорили с коллегами, значит, с Министерства образования, Министерства культуры. Очень, кстати, большое спасибо им тоже за то, что они помогали нам. Осы жаңалықтан кейін үйге қайтамын Сарағашқа. Сол кезде осы жаңалықты айтқан соң, жаңағы оқуға түсіріп береді екен деген кезде, мама кішкене қуанды негізі, бірақ кішкене уайымдады ішінен. Но сонда да жаңағы мен музыкадан беретін мұғалімім. Сол екеуміз деген маманы былай көндірді қайтер. Сосын Алматыға келдім, оқып бастадым. Және де әлі де оқып келем. Сейчас она колледж музыкальный. У нее шикарный вокал. Она выигрывает сейчас конкурс. Она, может быть, в будущем станет звездой там, эстрады казахстанской, мировой эстрады, возможно. Она завтра будет представлять нас на международной арене. Дай бог. Ну, то есть у человека кардинальная вот судьба. Раз и это же подарок. Это счастье. Это удача. Вот оно случилось. Когда концерт закончился, люди там начали расходиться, за кулисы вот эти опустили, и там уже просто так все выдохнули, и началось вот это. Все начали фотографироваться там, обниматься, и искренность пошла. Это открытость к людям. Человек как не скрывает ничего от другого, и как глубоко может в глаза смотреть. Я бы посоветовала многим студентам приходить в качестве волонтеров на эти проекты именно в целях развития себя. Быть волонтером — это, наверное, идеальная возможность это сделать. Я хочу сказать всем родителям, у которых дети занимаются любым видом искусства, подавать заявки, отправлять и не сомневаться ни грамма, потому что вот участие в этой академии детям дает гораздо больше, наверное, чем вот какие-то занятия в школе. Не сомневаться, отправлять детей. Не надо бояться участвовать. Попробуйте себя. И не только вы, подрастающее поколение, но и мы, взрослые, порой не знаем, на что мы способны. Это проявляется только лишь, когда человек начинает пробовать. Не бойтесь делать первый шаг. Если даже не получится, ничего страшного. Я всех приглашаю. Все наши конкурсы и участия, все они бесплатные. Более того, мы даже помогаем многим детям, у которых нет возможности. Когда ты думаешь, что ты не добьешься ничего, но тебе стоит попробовать. Если ты не попробуешь, то ты, можно сказать, что ты проиграл. Но тебе надо как-то идти к своей цели до конца и не сдаваться, там, не сворачивать с пути. Дорогие люди, люди Федерации, дорогие мои творцы, я вас поздравляю сердечно, от души, искренне. И хочу вам пожелать мира, любви, цветения и согласия с самим собой. Творите, друзья мои. Дорогие друзья, в день празднования десятилетия нашей Федерации я бы хотел выразить особую, огромную благодарность всем тем, кто начинал этот клубное движение в Казахстане. Это неоценимый вклад, это действительно вклад в развитие не только нашей страны, но и будущего нашей страны. Я хочу поздравить Казахстанскую Федерацию клубов ЮНЕСКО с вашим юбилеем. Хочу пожелать всем организаторам, всем, кто связан с этим, творческих успехов, грандиозных планов, креативных идей, чтобы все ваши проекты удавались
и удавались так, как вы это видите. Осы он ежел на қадам басуыма көметескені үшін үлкен рахмет дайдам, алғысым шексіз, сіздерге үлкен рахмет, және де сіздерге болашақта шығармашылық табыс тілеймін. В Казахстане уже работают более 100 клубов ЮНЕСКО в 40 разных городах и в 12 селах всех 14 областей страны. Присоединяйтесь! Присоединяйся к событиям и проектам, которые придуманы специально для тебя. Для тебя и для мира. Дорогие друзья, смотря вперед в будущее, помните о прошлом, уважайте друг друга. Счастья, добра во всем мире. Всем большой удачи. Поздравляю вас. Салют! Куттықтаймын, көбірек сурет салыңдар. Куттықтаймын, ал мен сабаққа кеттім.